Ключи к открытию мира за гранью физического и обретению уверенности в продолжении жизни после смерти физического тела разбросаны повсюду. Мы разбирали и изучали их в других видеоканалах и еще обязательно продолжим это делать в дальнейшем. Каждый такой ключ в отдельности уже опровергает то, что Вселенная исключительно материальна. Взятые вместе, эти ключи становятся железобетонными доказательствами существования духовного мира и выживания личности после смерти ее временного биологического тела с перемещением в этот мир к ее ранее переехавшим туда родным и любимым. Еще один из таких ключей – это предчувствие смерти. По незнанию это может показаться невероятным, но иногда люди предсказывают собственный уход и оказываются правы на 100%, вплоть до часа и даже минуты. Примечательно, что это касается не только тех, кто сильно болен и может ожидать наступления прекращения функционирования своего тела, но и тех, кто абсолютно здоров и не испытывает никаких предпосылок к смерти. Мужья в полном расцвете сил вдруг ни с того ни с сего говорят своим женам, что чувствуют приближение конца. А затем в течение нескольких дней попадают под машину или становятся жертвой сердечного приступа, инсульта или оторвавшегося тромба. Дети с полной серьезностью сообщают испуганным родителям, что со дня на день их заберет в рай Иисус. И вскоре действительно умирают. Продвинутые тибетские монахи сообщают о смерти своего бренного тела накануне того, как она происходит, а затем ложатся и спокойно встречают ее, покидая этот мир с улыбкой и комфортом. Русские крестьяне, чувствуя скорый уход и не желая обременять семьи с заботой об их болеющих телах, прощались с родными, ложились под образа и тихо отходили. Врачам и медсестрам известны множественные, похожие друг на друга случаи, когда выздоравливающие пациенты, у которых уже нет никаких причин беспокоиться, уверяют их, что им осталось недолго. А затем, к удивлению медицинских работников, у них действительно развиваются какие-нибудь осложнения, и они умирают. Литература за несколько тысяч лет переполнена вполне достоверными описаниями подобных случаев и свидетельствами, которые обнаруживают множественные совпадения по всему свету среди различающихся людей, что, как мы уже знаем, является прекрасным доказательством существования рассматриваемого явления в реальности. Есть доказательный личный опыт, а также документальные подтверждения и у меня. Моя любимая прекрасная бабуля, незадолго до своего перехода, будучи еще вполне здоровой, хоть ей и исполнился уже 91 год, сказала мне: «Ой, Палюшкин, чувствую, помру скоро». Раньше она никогда не допускала подобных высказываний, хотя сталкивалась и с серьезными заболеваниями, и с трагическими случаями. Когда мы слышим такое от родных и любимых, мы закономерно отмахиваемся, не желая думать об их смерти и нашем горе. Вот и я сказал бабуле: «Ну что ты такое говоришь, ба? Ты переживешь еще всех нас», прогнав все мысли о смерти, поскольку тогда я еще ничего не знал об ее истинной природе и был не готов воспринимать ее спокойно и невозмутимо. Но бабушка оказалась права. Не прошло и 4 месяца с того ее предсказания, как она очень быстро сдала, увяла и покинула плотный мир. Другой мой самый родной и близкий человек, уже знакомый постоянным зрителям нашего канала Даня, на протяжении многих лет шокировал нас, его родных, своими пророчествами о его уходе. «Папа, я умру молодым. Мам, у меня не будет детей. Паш, я долго не пробуду на этом свете», иногда говорил он, и это каждый раз вызывало у нас гневную отповедь о том, что нельзя так говорить, можно накаркать, и вообще подобные высказывания недопустимы. Но он только грустно улыбался в ответ и разводил руками. На нашем с ним небольшом и забавном влоговом YouTube-канале «40-летний холостяк», который мы вели вместе, до сих пор висит документальное доказательство предчувствия смерти. Видео, которое называется «Даня в отчаянии». В этом видео он за 2 года до обнаружения у него злокачественной опухоли средостения, которая привела его к смерти, предсказывает это.
При этом ничто тогда не указывало на такую возможность. Не было никаких предпосылок и причин подозревать подобное. Но он каким-то образом знал. Если этого доказательства кому-то покажется мало, или он сочтет это совпадением, то там же можно найти еще одно видео, снятое уже за год до обнаружения у Дани онкологии, которое называется «Боюсь, что у меня рак», в котором он снова предсказывает свою смертельную болезнь и оказывается прав. Все это заснято на камеру, когда еще и речи о раке никакой идти не могло, но абсолютно здоровый, жизнерадостный и веселый пацан с чего-то вдруг сообщал о подобных вещах. Вкупе с другими его регулярными предсказаниями можно быть абсолютно уверенными, что это не совпадение. Даня любил прогуливаться на кладбищах. Он говорил, что его совсем не пугает атмосфера погоста, даже наоборот, она его успокаивает. «Наверное, потому что мне все это уже знакомо, и скоро и мне сюда переезжать. Вот, готовлюсь», — говорил он в шутку и смеялся. Иногда он звал меня с собой. Мы вместе прогуливались среди могил, читали имена и годы жизни на памятниках и пытались представить, как эти люди прожили свои жизни, чего добились, через какие трудности прошли, какие события и истории были на их путях и как они покинули этот мир. Удивительно, но это действительно производило успокаивающий эффект и снимало тревожность из-за происходящих вокруг событий. Дани уже давно нет в этом мире, но и поныне я иногда повторяю этот интересный опыт и прогуливаюсь среди могил в одиночестве. Все так же, как и тогда, это продолжает производить успокаивающий эффект и порою приводит к интересным мыслям и соображениям. В молодости мы все смеялись над разными готами, эмо и прочими чудаковатыми личностями, гуляющими по кладбищам. А теперь я с большим удовольствием делаю это сам и не вижу в этом никаких проблем, проявлений сатанизма или черной магии. На погостах действительно очень спокойно, тихо и умиротворенно. Особенно, когда обладаешь знаниями об истинной природе смерти и понимаешь, что никаких злых мертвецов там нет и в помине. А то, что я, совершая такие прогулки, обладаю идеальным здоровьем, доказывает, что никакой программы на смерть, сглаза и порчи, в которых уверены малообразованные суеверные бабки, там подцепить невозможно. Никакого сглаза и порчи невозможно подцепить в принципе, если знать, как нужно жить и управлять своим сознанием. Но об этом мы поговорим в отдельном видео чуть позже. Сейчас же вернемся к Савжу. Каким-то невероятным образом Даня знал свою судьбу. Он с детства знал, что его срок на этой земле ограничен, и он уйдет молодым. Анализируя его земную жизнь от ее начала и до конца, его слова и пророчества, странные и необъяснимые случаи и явления, я прихожу к уверенности, что это стало возможным, потому что его связь с собственной душой, по-видимому, была развита чуточку лучше, чем у других, и он мог частично видеть предстоящие события или вспоминать план своего воплощения, который был ему известен до прихода на Землю, если принять существующую теорию реинкарнации и то, что мы сами планируем в своей жизни во время пребывания в духовном мире между воплощениями. С другой стороны, я абсолютно уверен, и это подтверждается множественной литературой, что в любых мирах, физических или духовных, только мы и только наши решения влияют на нашу жизнь и ее развитие. И это не противоречит теории реинкарнации, а даже наоборот, очень хорошо согласуется с ней. Если мы когда-то приняли решение, но забыли о нем, это не значит, что его не было, и оно все равно будет воплощено, даже если мы о нем временно и не помним. Если когда-то мы приняли решение сгонять в земной мир не на 80, а на 20 лет, и уйти из него, что называется, красиво и на пике, мы можем не помнить об этом и воспринимать трагически, но принятое когда-то решение все равно будет реализовано, и мы уйдем в намеченный нами же срок. Сбывались Данины предсказания, касавшиеся и не только его собственной судьбы. Иногда мы спорили с ним по некоторым вопросам. Я с высоты своего возраста и опыта пытался давить авторитетом и утверждал, что мне лучше знать,
так как я уже неоднократно проходил через подобные ситуации и уже знаю, как они решаются. Но откуда 18-летнему подростку знать, как, например, нужно поступить в сложных ситуациях бизнеса или совершенно незнакомых ему юридических вопросах? А Даня отвечал: «Да, ты, безусловно, крут, но в этот раз все иначе. Все поменялось со времен твоей далекой молодости, проходившей в начале 18 века, и ты не понимаешь». Я, конечно, не слушал его, делал по-своему, и потом оказывалось, что он с самого начала был прав, а я ошибался. В результате я научился прислушиваться к нему, и много раз мне это помогло. И сейчас это продолжает мне помогать. Когда Дане было 14, к нему уже обращались за советом взрослые, вполне состоявшиеся люди. Когда мы спрашивали их, почему они так делают, они отвечали, что несмотря на свои годы, Даня такой мудрый и рассудительный, умеет взглянуть на вопрос под правильным углом и всегда оказывается прав. И он действительно очень часто оказывался прав. Не ошибся он и насчет срока своего ухода из этого мира, и даже оставил для нас документальные доказательства. Предчувствие смерти как явление определенно существует и является еще одним, очередным важным доказательством в цепи подтверждения жизни после жизни, так как его невозможно объяснить никакими физическими процессами с точки зрения материализма. Объяснение совпадениями не выдерживает никакой критики, так как не может быть такого количества совпадений, чтобы они продолжали считаться совпадениями. При таком огромном количестве совпадений это уже как раз закономерности. Очевидно, что есть кто-то за пределами нашего физического тела. Кто-то, кто видит дальше, кто слышит лучше, кто знает и помнит больше. Кто-то, кому доступны психические способности ясновидения, яснослышания и предвидения. И этот кто-то – мы сами. Это наша бессмертная душа, лишь ненадолго пришедшая в земной мир с целью получения материального опыта, прикрытая вуалью забвения из земной материи, но знающая, что скоро ей предстоит возвращаться домой. Иногда знающая это до конкретного дня, часа и минуты. Хорошо бы нам научиться лучше прислушиваться к ней, отказываться от зла, насилия, жестокости и делать выбор в пользу добра, света и любви. Потому что в отличие от человеческого эго, именно эти, важные для всего человечества ценности, идут от души.